Предупреждение. Данный выпуск является перезаливом 4-го выпуска Бубы Шоу. Точнее, 2-го сезона 4-го выпуска. И это делается специально для Евген Телевизионщик и Мистер ТВ. По скриптам. Просьба правообладателям мультфильмов не бомбить мои выпуски, иначе вам всем капут. Так что приятного просмотра. И желаю не бомбить мои видосы. Всем здорово, друзья! С вами Бубу Максимов. И это 4-й выпуск 2-го сезона Бубу Шоу. И, конечно же, это перезалив. Ну что ж, не тянем резину и начнем с новой рубрики с названием «Обзор». Гоу! Всем здорово! Итак. Ладно, так вот. Я просто залипся в жир, ну ладно. Так вот. Сегодня у меня на обзоре у меня будут ластики-стиратели с пятерочки. Да. Мне попались такие. Такой вот. Так, сейчас не могу. Я возьму кость камеры. Так. Вот. Вот так вот. Вот такой вот. Ребята, еще одно предупреждение. У меня закончилась память, так что не бомбите в комментариях и поехали. Так, мы снова здесь. Если хватит. Еще один. Вуаля. Еще один ластик-стиратель. И еще один. Это, ну, уже из тролли. Про него будем говорить в рубрике интервью. Вон там хлеб жрут. Ладно, поехали. Итак, сегодня беру интервью у Стива. Здравствуйте, Стив. Добрый день. Скажите, вы будете вести передачу шоу 25 на первом? Ну, конечно. Потому что Степана Соловьева нету на Ютубе, и пришлось переехать к вам в Москву. Да, вы знаете, Степана Соловьева нету. Но Бубу Шоу не останется в стороне. Так что программа «Прямой эфир» еще будет, так что и другие обещанные передачи, которые мы ранее заморозили, обязательно будут. И да, ребят, мы решили заранее сделать перезалив этого выпуска, потому что 2 октября, после дня рождения Глеба Телевизионщика, будет 5-й выпуск 2 сезона. Так что приготовьтесь, и еще будет программа «Видели видео» и так далее. Еще и все такое вместе со мной, Бубу Максимова. Да, ребят, будет такое. И да, ребят, не забывайте. У меня еще будет небольшое приветствие, и точно будет первый пилотный выпуск шоу 25. Вместе со мной и будет Бубу Максимов. Ну вот, я пойду обязательно. До свидания, Стив. Ну что ж, господа, с вами был Бубу Максимов. Прошу извинения, что так коротко получилось. И всем пока. Все раз, что так получилось, такой короткий выпуск. Ровно 2 минуты. Всем пока. Do 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 do